философский вопрос. Ну и как, без фанатизма. Да ну и зачем ты нужна, дырка бесполезная? Это не западло, ребят. Жирненький получился. А кто-то любит свиногов. И котел постоянно работает. Даешь бой! Травмам, скрипу, костей, воспаленным связкам и прочей, прочей, прочей всякой ерунде. Господа! Компания GLS, вы можете ее помнить по такому препарату замечательному, как Артурон. С недавних пор я амбассадор этого замечательного бренда. И сегодня хочу вам рассказать про два препарата. Это глюкозамин, хондроитин и коллаген. Если в общих чертах и доступным языком, запомните главное, не лекарственные средства. Но очень круто помогают и поддерживают. Они поддерживают как раз-таки коллаген, поддерживает эластичность связочек и делает их более гибкими и прочными. Это очень важно. Очень важно добавлять вообще всем спортсменам. А глюкозамин хондроитин – это хондропротектор, который помогает вам не повреждать, сохранять здоровье суставов. Очень важная штука, которую я, вы не представляете, каким количеством пью я. Здесь есть рекомендации. Я эти рекомендации умножаю на 2 и пью с большим-большим удовольствием на постоянку. Это вещь, которую, если вы хотите, чтобы она вам принесла эффект, нужно пить на протяжении минимум 6 месяцев. Я на этом сижу уже очень давно, так как я являюсь профессиональным спортсменом, именно поэтому до сих пор что-то могу поднять и кого-то могу уже даже на руках забороть. Очень рекомендую также вместе с глюкозамином, хондроитином вам употреблять витамин С, который тоже есть у компании GLS. Можете просто мультивитамины пить от компании GLS, тогда усваиваемость будет гораздо выше. Очень крутая штука. Ссылочки на все продукции будут, ребят, в описании. Что есть сила? Где истоки силы? Философский вопрос. Мои истоки силы в секретном одном продукте. Его как только не испошляли, как только не называли. Но этот мейнстрим, считаю, что открыл я еще в 2005 году. Пельмени. Богатырские пельмени. Секрет силы в пельменях. Секрет набора массы в пельменях. Я вам уже показывал в ролике диета набора массы, то, что я их ем. Но именно секрет правильных пельменей я вам не показал. Сегодня в этом видео я вам покажу секрет маминых пельменей. Сегодня я с мамой буду у себя дома готовить те самые пельмешки. Во-первых, нужен секрет. Кстати, еще один прикол сейчас вам скажу. На улице плюс 30, там 32 даже, а здесь в комнате висит котел. Котел всегда борется с холодильником, а не друг напротив друга. У нас потому что автономное отопление. Потому что колония отказалась от поселка. Раньше этот весь поселок, он обслуживался колонией, да? Я не прав? Да. И там все детсад, медсад, все это было при колонии. Просто я вчера выложил пост, что это ходил в детский садик. И там типа вот забросили все, ой, в стране. Нет, это не страна, это колония. То есть все, колония сняла весь поселок с баланса. Они не могут нас вообще ничего не делать, поэтому здесь все на самом деле. Закон такой. Да. Теперь вот мы сегодня, кстати, с главой это обсуждаем. И котел постоянно работает. Ну то есть, грубо говоря, в плюс 30, и здесь еще костер горит в комнате. Ну не костер. Так, слегка. Говорю, ничего не трогай. Без меня ничего не начинай. Я говорю, она говорит, тесто там долго будет подходить. Я говорю, ну поставь тесто и... Оно просто должно отстояться, чтобы оно было эластичным. Поставь тесто и все, прихожу, она уже крутит мясо. Да, свинины сочнее, как кто-то любит свиногов. Знаешь такое слово? Нет. Свинин-говядина. Угу. Свиногов кто-то любит, мы свиногов не любим. Мама покупала свинину, резала вот такими кубиками. Делала суп. Суп? Ну да, это вкусный суп пошел. Вареная свинина, она очень невкусно пахнет, как по мне. Минин, вот я не знаю. И вот этот запах мне так он въелся в нос. Когда попадает не свинья, а хряк, пахнет, у нас такого не было. Ну свинина, она еще не очень полезная. Ну конечно, холестерин, там же такое животное, что ж там делать. И мясорубка, ровесница крупской. Какого она года, кстати? Не знаю. Это еще вот та вот, которая... Это старая. Нет, ну есть электрическая. Я немного кладу, потому что каждый потом себе перчит сколько надо, Кирилл. Ну что, я чуть-чуть это... Хватит. Ты уверена? Да. Хватит, да? Ну в тарелку потом каждый поперчит сколько ему нужно. Все, хорошо. А это вот это вот эта бабушка вязала, да? Нет, это я вышивала. Солите сколько? Я просто не знаю, сколько на это количество. Чуть-чуть. Вот так, смотри. Так, притормози меня. Я практически еще ничего не сыплю. Хватит? Ну, достаточно. Я говорю, потом присыпешь. Тарелки.
Знаешь, как бабушка говорила, недосол на столе, а пересол на спине. Это бабулька так говорила. Недосол на столе, пересол на спине. Понял? Может, по сапатке сложите, если пересолил. Тесто без меня сделала. Давай тогда рецептуру, говори, текст. 3 стакана муки, 2 яйца. 2 яйца. Стакан молока, кто хочет, на воде. Стакан молока. Ну, пересолить. Я еще добавляю подсолнечное масло. Звучит элитно. Согласен? Да. Как-то уже не простые пельмени, а как бы вот уже что-то... Обыкновенные пельмени все это делают. А настаивать его еще надо, да? Тесто? Да. Ну, а сколько по времени? По времени должно постоять хотя бы часик. Оно тогда эластичнее становится. Раскатывайте, пожалуйста. По краям прилипает. Важная информация для адептов силы. Первое. Для самых продвинутых. Гайд 300 уже вышел. Оплата возможна с любой точки планеты. Сейчас будет переведен на английский. Вторая новость. Остальные гайды также доступны. Также оплата с любой точки планеты. Ребят, залетаем. Сейчас будет гайд здоровья. И сейчас на подходе гайд сотка в домашних условиях. Всех обнял, поднял. Всем сил. Тетушка, Галка, а что ты такие крупные делаешь? У меня, говорит, 3 мужика, говорю, я на работу, я не успеваю мелкие делать. Время приходит. Скрепляй лучше, чтобы они не разогревали. Такой жирненький получился он. Ничего страшного. А сколько раньше пельменей не лепили штук за раз? Сомнение. Помнишь? Да, помогала как-то маме. Ну так, без фанатизма. Помогала как-то маме? Да, я не готовила пельмени сама на русском. Мама, я готовила сам пельмени? Да, ну, да, ну когда вы маленькие были, мальчишки, мы вместе делали, и Максим, и ты. Что мы еще делали, готовили? Расскажи. Яичницу ты любил делать с этими, с помидорами, с морковью, с луком. Умеет все делать. Ленится. Но главное, что я умею все делать. Понимаешь? И вот когда вы, бабоньки из нового generation поколения, сталкиваетесь с такими мужичонками, как мы, которых мама учила всему, и убираться. Да. Видишь, не вру. Да, они даже в подъезде у меня полы мыли. Понимаешь? В подъезде полы мыли, здесь полы мыли, пылесосили. И убираться, и посуду мыть. И где надо еще все, что нужно делать, понимаешь? И приготовить. И на охоту, и на рыбалку, и все. И вот когда вы с такими сталкиваетесь, и говорите... Я готовлю. Да ну и зачем ты нужна, бесполезная, если мужик все сам умеет? Ты такая ему не нужна будешь, понимаешь? То есть ты не смог быть с той девушкой, которая не умеет готовить? Я? Нет, 100% нет. Приехал домой, налепил пельменей, посадил дерево, посмотрел в телескоп, потренировался. Я ни разу не видел телескоп. Подзорную трубу смотрела, в телескоп ни разу. Больше там ничего не смотреть? Там просто дымка сегодня. Не, нормально уже. Нормально? Ну, если вечером дымки не будет, посмотрим. Все. А варить их надо, да, еще? Ну да. Нет, их можно сразу варить, конечно. Я не ел столько, сколько мог. Я ел столько, сколько давали, да. +6, +18, +19, +27, +22, +22, +22. Самое опасное это загружать пельмени в воду, чтобы еще не обжечься при этом. Короче, чтобы не приклеились ко дну, делайте водяной вихрь вот так вот. И пока этот водяной вихрь кружит, вы туда бросаете пельмени, чтобы они не приклеились ко дну. На сколько ставил? По времени? Да. Ну, они всплывают. Еще минимум там минуту кипят и все. Все вскипели и ждем еще 5 минут. Спрашиваю у человека. Катенька, ты сытая? По часам такая, ну пока да. Я по времени ем. Серьезно? То есть ты не по желанию, а по времени ешь? Ну примерно, да. А так и не скажешь, ты хотел сказать. Мам, как определить, готов пельмень или нет? Выглядит готовыми, красивыми. Варятся они уже нормально. Вот это со сметаной вкусно, пальчики оближешь.
Сладенькая норм, не кислая. У сметаны двойной эффект. Сметана, а, охлаждает пельмени, вы едите их быстрее. Б, она делает их еще вкуснее. Вот маленькую я сделал специально. Маленькая контрольная, пробная. Ну как оно? Чутка присолить можно было. Постноватые получились. Из-за свинины? То, что ее там не было? Ну, Диман, они нормальные. Потому что там сметана. Да, вот это вот, да. Вот офигенно. Царский. Реально супер ппшные получились. Немножко теста, немного мяса. Не жирного, кстати. Если вы молоды сейчас, вы просматриваете это видео, и вам никак не уже за тридцаху. А вы молоды, и мама, и папа вас пытаются чему-то научить, учитесь. Это не западло, ребят. Это лучшее, что может быть в жизни. Что-то уметь.